Всем привет! Представляю новый турецкий сериал под названием «Городок». В центре событий турецкого сериала оказывается трое мужчин, и двое из них являются родными братьями. По определенным обстоятельствам главные герои не виделись на протяжении долгих лет, хоть и считались родственниками. Но однажды происходит трагедия, и умирает их мама, что заставляет братьев вновь воссоединиться. Когда братья впервые через сколько лет увиделись на похоронах, также здесь они встретили и своего давнего общего товарища. Когда они стали беседовать, то стали вспоминать прошлые годы, которые им пришлось пережить вместе. Только никто из троих мужчин даже не мог подумать, что такая неожиданная встреча повлечет вместе с собой серьезную опасность. В этот злополучный день главные герои даже не догадывались, с чем им придется столкнуться. Все начинается с того момента, как друзья находят автомобиль, который попал в аварию. Когда они стали осматривать машину, то в багажнике заметили странную сумку. Они решили ее открыть и посмотреть, что находится внутри, но были шокированы увиденным. Эта сумка была полна деньгами, и у них сразу же стали возникать определенные вопросы. Больше всего их стало интересовать, кто может оказаться тем человеком, которому принадлежали такие баснословные деньги. Но так как пассажиры пострадавшей машины были мертвы, то товарищи решили присвоить сумку с деньгами в свои собственные руки. При этом никто из них троих не мог подумать, что таким поступком они втянутся в очень опасную игру. Ведь такие большие деньги никогда не будут просто так валяться на дороге. И у них обязательно найдется хозяин. Но за ними могут стоять лишь опасные личности, которые, скорее всего, связаны с криминалом. И эти деньги нечистые. Только потом братья и их друг смогут понять, что дорогу мафиозным людям лучше никогда не стоит переходить. Когда они окажутся в лабиринте смерти, то только тогда смогут наконец-то обрести взаимопонимание. И самое главное, так это то, что начнут доверять друг другу. Следите за анонсами ваших любимых турецких сериалов вместе с нами. Подпишитесь на наш канал и не забывайте ставить лайки.